Здорово. Еще открываешься на нас и отвечаешь. А что ты написал? Я не видела. Ой, не видела. Видела, но забыла. Сейчас вспомню. Подожди, не говори. Ты написал... Ох, я и не помню. Прикинь. Я забыла. Как я могла забыть? А что ты написал? Привет. Миша, привет. А нардов здесь нету. Да я забыла, зима. А что ты написал? Точно, я забыла, прости. Вот очень плохо, что забыла. Что я забыла, Миша? А там кто? Катя, привет. Живот болит. Девочки, вы что не спите? Нет, нету при вас. Кать, что делаешь? Ты где вообще? Девочки, вы что молчите? А у тебя есть у вас девушка? Привет, в топсе. А, что не пишешь? Как так? Ну вот так вот. Я же говорила, я странная. Мне никто не подходит. Мне не подходит никто. Либо мне говорят, сиди дома, я не хочу дома сидеть, понимаешь? А ты что? Ну, я и работаю вообще-то, я занята. Такое, ты не работаешь, ничего не делаешь, могла и написать. Понял. Ну вот, вот такие вот пироги. Привет, Марет. Я не знаю, кто. Никто, кроме тебя. Это была шутка. А, нет, это была не шутка. А, да, была шутка. Привет, Мария. Мария, да, да, привет. Катя, я знаю, что можно делать. Мы с тобой на море ходили. Что, не весело разве было? Что со мной? Поделись. Ну, когда будет повод, определюсь. Что?
Ты играешь? Тебя бесит, да, когда мы играем? Это весело, да, но на этом все. Нет, почему на этом все? Что ты хотела? А дома сидеть в кайф? Давайте поболтаем. Я там всегда молчала. Ты не просто мне всегда говорили, да, типа. Скажи свое мнение, типа, а я сижу, я понимаю, что если я сейчас скажу, я обижу человека, поняла? И я говорю, я не буду, я так и говорю, я не буду говорить, я не хочу обижать человека, клянусь, так и сказала. Мне говорят, все такие, о-о-о, заржали. В смысле, типа, не хочешь обижать? Вообще-то ты на доме два, типа, говори. И девочка сидит, которая которой я должна сказать, типа, плохие вещи, она сидит и говорит, давай, говори. Нет, правда, Лян, скажи, типа, знаешь, что выпрашивает. Это сценарий, Лян, или что? Не, ты что? Нет, какой сценарий? Там вообще такого близко? Ну смотри, короче, тебя поселяют, вот... Ну смотри, тебя поселяют, вот ты как бы пришла, все, тебя взяли, ты садишься с ними, живешь, поняла? Все, заходишь в этот дом. Какой дом? Там много домов, но есть именно твое место, короче, где там спальня, выходишь, типа кухня и так далее. Вот вы все там сидите. Все, ты вышла, у тебя телефон забирают, в телефоне сидеть нельзя. Что ты будешь делать? Ты будешь ходить, разговаривать с ними, ну тебе скучно, блин, что там? Первый день ты помолчишь. Нельзя, телефоны забирают, на один час в день дают ночью. А так забирают, и у тебя ничего нету, ни связи ни с кем. Ты только там как тюрьма, я тебе реально говорю. Ты там только с ними разговариваешь, вот ты поговорил с ним, что-то у вас недопонимание, ты начинаешь с ним долго-долго рассуждать, что-то спорить, там, знаешь, вот вырежа там какой-нибудь момент, где ты с ним поспорила, выставят это. Пошла там еще с кем-то поссорилась, либо пообщалась, там что-то узнала. Ну вот так вот все и происходит. Понятное дело, нахер им говорить, делай это, делай. Тут даже люди подходят, которые там, ну, участники, не знают, что делать, сидят, думают, что мне, кому подойти, кому пододраться. Приходят к редакторам, говорят, подскажите мне что-нибудь. Они мне говорят, ты что, охренела, нахер ты пришел, чтобы я тебе подсказывала, может, еще, типа, я тебе буду все говорить, что тебе делать, иди делай сам, типа. Не будешь делать, мы тебя выгоним, типа. Ты что пришла, может, тебе еще цена? Но некоторые прям говорят, пожалуйста, ну скажите, что мне сделать? Они говорят, ладно, пойдем. Начинаю им говорят, типа, ну можешь пойти, типа, этого достать. Точно, точно. Идет, достает его, и то не получается. А как у нас, вот как еще сценарий, типа, я сижу просто, ни хера не делаю, но мне скучно. Мне говорят, иди достань там Тараса, я помню, мне говорят. Я была, Милена, еще две девочки, и мы, короче, пошли доставать его. Мы пришли, короче, они его достают, а я стою вот так вот. И мне не нравится это. Но я отошла, все, как бы. И на этом сценарий закончился. Если ты хочешь, ты делаешь. То, что они тебе скажут, и то они скажут. Да, конечно, ты чё, драки никогда не будет, просто ни с фига, ты чё, вообще никогда. Как можно наигранно подраться? Ты вот так вот общаешься с человеком, ты наигранно не подерёшься. Я тоже вот я смотрю, но без такого подпинула бы актёров, чтобы... Нет. Я не смотрела никогда. Она все карты раскрыла, она говорит, там, конечно, кто женится, детей рожает, конечно, ты понятно, что всё правда. Она говорит, ну вообще-то у меня есть такое, что вы видите, ну, конечно, да, но ты специально как бы выводишь человека, но выводит именно участник. И редакторы ему говорят, иди подерись. А, например, ты сам подходишь, понимаешь, что максимум ты можешь, когда тебя редактор вызывает, ты приходишь, и тебе говорят, типа, так, ты ни хрена не делаешь, сейчас мы тебя выгоняем, если ты сейчас что-нибудь не придумаешь. Я помню, мне вот так сказал, понял, я выхожу, мне редактор говорит, ну, на второй день, что ты здесь сидишь, ни хрена не делаешь? Я два дня ничего не сидела, не делала, не знала, что ты ничего не делаешь? Так, быстро пошла, пишешь мне, говорит, сценарий, говорит, вот такой, что ты будешь делать, типа, сама? Ну, смотри, типа, не то, что он мне говорит, а типа, я, иди, делай, что ты будешь здесь делать? Пиши, говорит, иди сценарий. Я пошла, мне дали листочек, я пишу вот такой вот, пишу, что я буду делать, и то... Первый вариант, второй вариант, третий, что мне делать, я не знаю. Прихожу, приношу ему этот сценарий, он его даже не читает, вот так берет его, мнет и говорит, ну все, иди делай что-нибудь из этого, знаешь, ему похуй, лишь бы ты сама что-то делала, поняла? Милена? Милена маленькая, она мне младше на года 4, поняла, ей лет 19 или 20, что-то такое, она, это, ты ее знаешь, да? Да, она, короче... Этот, она детдомовская, поняла? Она в Эстонии жила, и ее жизнь, ну, прям ужасная, поняла? Ну, в смысле, она в детдоме была. Вот, и она пришла туда, она психованная просто. Она такая есть, да, она ебанашка такая.
Я еще с ней, помню, поругалась. Ну, как бы я ходила всегда там тихоня, поняла? Я никогда никому ничего неплохого не делала. И помню, короче, у нас был конкурс. Пацана намазали, короче, медом, опилками, поняла? А у нас бунгало, две вот эти вот бунгало, поняла? Ну, слушай, две бунгало, поняла? Ну, как бы рядом находятся. Короче, конкурс прошел, и он весь в меде, поняла, в опилках. И он вот так вот ходит, глаза закрыты, я говорю, его вот так за руку говорю, пойдем, типа, у нас умоешься. Короче, начинаю вести, а у нас занято бунгало, ну, кто-то уже купается, там моется. Я думаю, ну, давай в другую бунгало отведу, где эта Милена живет. Отвожу туда, короче, ну, и он начинает мыть, она забегает, говорит, какого хрена вы, типа, у меня моетесь, тут бардак навели. Вообще там ни хера ты не делаешь, не убираешь, не готовишь, там все за тебя делают. Тебе что, в лом убрать за ним, да? Ну, пацан вот так вот еле как, мне так вот жалко было. Он так вот идет, блин, не видит еле как. Я такая поворачиваюсь, смотрю, он такая, и она что-то говорит, вот, достали. Я говорю, ну, уберем, говорю, что здесь такого, ты больная? Я говорю, за мальчиком убрать не можешь? Почему я? А что-то свое не повела. Я говорю, ну, у меня грязно было, я уберу у тебя, ничего. Тварь такая говорит. Я так разворачиваюсь, ну, Милена это. Я такая встаю, такая, и как давай орать, поняла, матом. Я говорю, ты что, мразь, охуела, говорю, пацана жалко, говорю, ты тварь, говорю, ничего здесь не делаешь, говорю, не можешь убраться, фу, говорю, как он такая стала, вот отвечаю, прям такая стоит, смотрит на участников, такая, ну, типа, я же никогда не орала там, и тут наорала, ну, и это не эфирно, потому что что здесь такого, из-за того, что я его повела, обычно там выкладывают в эфир, типа, когда ты ругаешься из-за парня, там, из-за подруги, а тут просто херня такая, поняла, ну, вообще не эфирно. И она такая стоит, заткнулась, потом где-то через часа два тут молча ходила, потом подошла такая, Лян, пойдем со мной готовить, Лян, Лян. Ну, поняла, начала подмазываться. Ну, такая, ну да, я не права такая, ну, уже поняла. Ну, такая вот. Там сутками, да, сутками? Да, ты чё, там... Ты нормально всё перенесла? Нет, ты чё, я каждый день плакала. Я каждый день плакала и писала вот такие поэмы, пожалуйста, отпустите меня домой, поняла? Да, там ужасно. Там снимать, я вот так плачу, поняла, вот так вот подушка. Я вот так вот лежу на кровати, вот так вот, там вот камера, я вот так вот закрытая плачу. И у меня такое лицо дебильное, я еще помню. Я прям лежу, ной, вот так вот лежу, и вот так вот голову вверх поднимаю, там камера на меня вот так вот. Я такая, тварь, и такая закрываюсь, поняла? Думаю, как я хочу домой, блядь. В туалете камеры, блядь. Ну вот так, я первый день я хребала, я думаю, как я сейчас в туалет пойду. Такая, блядь, да мне говорят, да никому это нахер не нужна, там обычно драки снимают. Ну ладно, первый день пошла, еле как закрылась там, я не знаю, второй день тоже так. Потихоньку уже привыкла, думаю, да, похер такая, уже заебали. Ну месяц жить вот это, прятаться, думаю, идите его нахер, поняла? Не, вот так нет, вот оттуда как бы, ну они видят, но говорят, я даже заходила, где вот эти все камеры, я смотрю, даже в туалет, например, кто-то заходит, они как бы отворачивают, поняла, экран, ну как бы, ну не смотрят на это, нахрен это надо, в принципе, да, редактор будет смотреть, вот туда, что кому это надо. Да, вообще. И они не имеют права выкладывать такое, поняла? Очень интересно. Что еще рассказать? Ну, первый день я туда приехала, было интересно, типа, знаешь, реалити-шоу, типа, первый день. Конечно, просыпаешься, тебя будят микрофоны, вот эти все идеи. Ребята, встаем, ла-ла-ла, все утром. Первый день без телефона, второй день нормально. На четвертый день меня уже на Сейшелы отправляют. Я думаю, ну нормально, что, 4 дня, прикольно же, интересно. Трое до Сейшелы приезжают туда, и спустя еще 4 дня я там начинаю рыдать каждый день. Я хочу музыку послушать, мне не дают. Я сижу как идиотка, на качели катаюсь и пою, поняла? Все песни, которые просто знаю наизусть. Старые, новые я же не выучила еще и забыла. Начинаю там, вижу голос из прекрасного далека, всякую хуйню просто пою. Просто от того, что хочется музыки. Ходишь по океану, как даун просто, вот так вот. Я помню, как я... Да, да, на Сейшелах, да, да. И, короче, я, короче, собиралась домой, поняла? Я редактору пишу, моля, отправьте домой. Он говорит, на этой неделе нет, на следующей окей. Я такая думаю, блядь, еще целую неделю. Такая думаю, ну ладно, я протерплю. Каждый день я просыпаюсь и думаю, еще 6 дней. Еще один день, еще 5 дней, и все, я домой такая довольна. И тут уже приходит этот день, уже один день остается, я вещи свои собираю, чемодан собираю, все собрала уже, чемодан, все. Такая, думаю, слава богу, каждый день Лобное. Мы идем на Лобное, я сажусь такая довольна. И я поспорила, короче, с Безусом и с Шаровару, знаешь? Шаровару, Витя, он с Ишевой был. Знаешь?
ну, короче, поспорила с ними, типа, то, что они говорят, тебя не отправят домой, начинают издеваться над ним. Все, весь остров знал, что я домой хочу, и меня пугали всегда этим, что ты не уедешь. Хотя обычно всех пугают, ты съебешься отсюда. А мне наоборот, типа, ты не уедешь, будешь до Нового года. Я вот так вот сижу, отъебись, прям меня вот так бесили они все. И, короче, тут лобная, я такая сижу, Бородина такая мне говорит, Лянга, ты домой хочешь? Я говорю, да. Она говорит, нет, ну давай, может, ты еще побудешь? Я такая, нет, спасибо большое. Я такая сижу, такая, я не могу с ними грубо разговаривать, потому что я боюсь, что что-то не то, и меня еще оставят, поняла? Я боюсь, такая, нет, спасибо. Сука. Я говорю, спасибо большое, но я хочу домой. Она такая, ну ты, наверное, может, еще не раскрылась. Она начинает мне так говорить, может, ты раскроешься, еще останешься. А я, только она говорит, может, ты еще оставишь. Нет, спасибо, такая, но я поеду, честно, это не мое место. Большое тебе, Ксюша, спасибо, но нет, я хочу домой. Она такая, мы тебя поняли. И что-то ла-ла, и выгнали других, поняла? Я такая сижу, ну, может, без голосования меня выгнали, мне же редактор обещал, такая, прихожу к редакторскую, не главным, да, с редактором, подхожу, говорю, а что меня не отправили на голосование? Наверное, говорю, так, типа, без голосования отправят. Она такая, она меня смотрит так, она понимает, что я, ну, с ума схожу, там, то, что я домой хочу. Она из-за меня переживает, такая, я говорю, а сколько я тут еще буду? Такая, стою, уже, не знаю, у меня вот так вот, я думаю, ну, хоть бы сказала, там, я не знаю, там, 2 дня, типа, до субботы. Она такая, 2, типа, я говорю, что 2? Она такая, недели, поняла? И я такая, я сумку собрала, я уже, блядь, все, нахуй, уже ждала этого дня. Я такая, иду к океану и просто начинаю так вот плакать, загибаюсь, поняла, ко мне все подходят, да, Лянда, да успокойся, да ты что гонишь? Я такая, твою мать, сижу такая, но, прикинь, как это ужасно, я так никогда не плакала, блядь. Так плакала последний раз, когда у меня брат умер. Они тоже все говорят, абсолютно все говорят, я хочу домой, все говорят. Но из-за того, что они понимают, что они сейчас поедут домой, у них не будет никаких средств на житье, а им там все дают, и есть, и пить, и популярность дают, и типа работа. Они понимают, что они на доме 2, они как-то раскроются, а в жизни бы они стали, ну, ужасно, как бы у них жизни нету, наверное. Там попадают вот беженцы, детдомовские, там, бомжи какие-нибудь, такие, ну, маргиналы, низшее слой общества туда попадают. Нет, есть хорошие, вот это Африка. Но она туда попала 4 года назад, когда было еще лояльно, еще телефоны разрешали, еще что-то больше было плюсов. И они как старички, они там давно, потому что тогда легче было. Сейчас там, чтобы остаться, это надо быть вот таким просто дебилоидом, блин. Все равно, блин, а ехать снова их там пробовать 5-4 года, да? Да, это пиздец. Вот девчонка, да, и ты там постоянно вот эти словечки, не говори типа в параллель, поняла, когда вот там... Ты шейбе, там, еще какие-то слова я уже забыла, типа вот у них свои. Она потом рассказывает, я, говорит, приезжаю домой, они начинают между собой вот так разговаривать, я сижу, меня вот так вот колотит, типа, она же привыкла, что надо дождаться, и я потом говорить, типа, поняла? Я хочу сказать, не говори в параллели, там, это волшебство, или еще какие-то словечки, поняла? Ну, наверное, по-своему они сильные люди, потому что... Сильные, конечно. Вот мне пацан рассказывал, беженец, он с Украины бежал какой-то с Волгограда туда бежал, он один жил там, работал, пахал, потом они уехали, там его чуть не застрелили, и он рассказывает такие вещи, ну, страшные, была, где на доме 2 для него рай, поняла? А для меня дом 2 это ад, потому и что... Ты вот зашла, ты вот ощущала, что ты вот в телевизоре, что ты пипец на тебя показываешь? Да, ты не ощущаешь этого? Ощущаю. Меня. Вот когда я только зашла туда, была она лобная, когда мы только пришли, я такая сижу и думаю, буду себя вести как пофиг, как я есть. И прихожу, себя так веду, ну, немножко вот так вот сижу, поняла, но все равно как-то. Но я, мне плюс был в том, что я дома никогда до этого не смотрела. И мне было похер абсолютно всех, я их никого не знала. Кроме, блин, Бузовой, Бородины, все, блин. И там Кадонин, типа, ну, просто мне это... И я смотрю на них вот так вот, тут Бородина заходит, такая садится, поняла, в комнату. Я с ней рядом сижу, такая... Знаешь, так интересно, но прикольно же, поняла? Но и с другой стороны сидишь и думаешь, нахуй вы мне все нужны, я хочу домой, знаешь, вот так вот. Все, они такие же живут? Да, да, такие, все такие же. И теперь я реально понимаю, что вот все, что на телевидении творится, я теперь понимаю, что как вообще это. Вот эти вот песни на ТНТ, вот танцы, я понимаю, что это все, как, что как вот они делают, это ни хрена не наиграно. Я вижу это. Некоторые говорят, наиграно. Но я там была, я все знаю, что это не наиграно, так и есть. И то, что Бузова, вот эта замуж за Бузова, она там тоже пыталась найти этого реального мужа, блин, просто не получилось. Вот в конце, понятное дело, это очень сложно. А еще очень сложно, когда ты приходишь на дом 2, тебе вот так вот, ну, сколько там человек? 30? 15 мальчиков, 15 девочек. Ну вот, из 15 мальчиков
и то не из 15, 10 заняты, 5 остались, да, свободно. И ты из 5, блядь, должна выбрать себе парня. Каким хером? Если ты в жизни, я не могу, из миллиона, там, из 1000 топ-секро-стандарта, не могу себе найти, а тут 5 человек выбирать, да, конечно. Но это очень редко, когда вот так вот находят, это они, знаешь, как, ну, специально, потому что они там, и они вот так вот начинают общаться, просто привыкают друг к другу, вот как, там, например, вот эти, которые родили, они просто уже привыкли друг к другу, и все. Ну, может, нравится, да, так. Нам-то воспринимается так, что ты вообще... Это так кажется. Приезжаешь туда, вообще не воспринимается. Вот первые дни прикольно, да, вот первые 2-3 дня прикольно, а потом уже все. Я там не крашусь, хожу уже, хожу в чем попало, такая, да похер вообще, нахер мне это надо, типа, знаешь. Первые дни красишься, там что-то, знаешь, думаешь, каждый день телек, а потом уже думаешь, да нахуй этот телек, понимаешь, уже даже думаешь, как будто тебя и не снимают, в принципе, поняла? Но это уже потом, типа, как бы ты понимаешь, что тебя снимают, ты все равно... Я помню, вот так вот сижу, мне говорят, Лян, сядь нормально, уже, ну, громко говорите, Лян, ты что так сидишь, блин, тебя снимают? Блин, такая, и сижу вот так вот. И я понимаю вот то, что все, кто с тобой разговаривают, не искренние, потому что они понимают, что это снимается, они что-нибудь не то скажут и их вот так вот перекрутят. Еще самое смешное, то, что на самом деле все то, что на Дом-2 творится, это все вот реально, потому что вот ведущие поняла, если что-то вот они видят какую-то фиктивность или неправду, да, они начинают говорить, ты врешь, типа, что ты фиктивно, вы фиктивно общаетесь, все нахуй расходитесь, вы охуели, типа, вы что пришли сюда, вот, типа, думаете, мы такие тупые здесь, типа, нет, все, вы не будете вместе, вот так вот. А если они видят, что они реально друг другу нравятся, они пытаются их сблизить, на самом деле это реально так. И они ржут постоянно над тем, то, что пацан там, девчонка пошла потрахалась с кем-то, потом приходят и говорят, я с ним не спала. Они говорят, ты что, охренела? Мы знаем, типа, что ты спала. Она говорит, типа, что вы все выкручиваете? Вы постоянно, вот, это Дом-2, вы все выкручиваете, все начинаются загибать, ржать, типа, вот так вот слухи, типа, то, чтобы все выкручивать. Да все, блядь, видно и предельно, что ты с ним спала, типа. И все постоянно, у них такой прикол, если думать, типа, это ты выкручиваешь, знаешь, типа, ну такая отмазка, типа, у всех. Если, типа, что-то не получилось, они уходят с Дома-2 и говорят, вот Дом-2 кончен, и, типа, они все выкручивают, хотя она сама там, ну, натворила конченых делов, поняла, а теперь выкручивается тем, типа, то, что это все, типа, а, на самом деле, они даже, вот, Юля, вот, Есеменкова, я помню, она так злилась из-за того, что кто-то, ну, вот, врет, поняла, там, или... не договаривать что-то, или типа, я с ним хочу общаться, а понятное дело, ты с ним хочешь общаться, ну, чтобы вы хотите заселиться на виллу, типа, и жить в комфорте, типа, потому что когда пара, типа, то им больше привилегий, поняла, и она понимает, что, типа, это специально, она говорит, хуй, типа, иди, блядь, живи там, типа, и она больше с тобой не будет общаться, говорит, мы не такие конченые, типа, мы, говорит, вот, например, если пацан есть, да, типа, и девчонку к ней посылать, которая вообще они друг другу не нравится, они вообще так не сделают, должна какая-то быть симпатия, чтобы они, типа, ну, они помогают, некоторые редакторы берут специально, что-то подстраивают, эти даже не знают, ну, участники, они что-то подстроят им, скажут, идите туда, ну, идите туда, они идут, типа, а там всегда не устроили, они сидят, блядь, и, ну, они понимают, что они друг другу нравятся, и начинают общаться, ну, так вот, поняла? Ведь, ну, если, конечно, это не сценарий, то молодежь вообще бешеная. Да. А с кем-то спит, ну, не постоянно, на самом деле, 50-50, 50% всей категории людей, которые на Доме-2, они себя ведут реально умно, они реально нормальные, просто, ну, они, конечно, много говна схавали в жизни, но они себя ведут хотя бы достойнее, чем вон те вундабы, как и в жизни, в принципе, половина шлюх, половина, вот они вот встречаются между собой, вот такие вот контингенты, люди разные, там все такие разные, одна с Эстонии, другая там с Америки, третья, блин, жила во всех за границей, третья просто с какой-то деревни приехала, такие разные, поняла, и так интересно, но я там познакомилась вот с людьми, вот со всеми, с кем я знаю. С тем же Безусом. Он сейчас Дома-2 уйдет, мы все равно увидимся, потому что с ними я месяц жила, такое ощущение, как будто я с ними полгода, там один день берется за 3 дня, потому что один день очень долго идет, потому что тебе там очень скучно, поняла, типа, без телефона, без ничего ты ходишь, для тебя один час длится, как, я не знаю, как 3, поняла, вот реально. Вот Безус сейчас идет, они в жизни с Миленой? Не, не будет, мне кажется, ну, потому что... Милена за ним бегает конкретно, просто ужасно мерзко. Это вот в тот момент, когда я должна была, типа, добиваться, я же приехала добиваться, я помню, мы с ним уехали, типа, без камер. Я такая говорю, что мы идем, мне уже стрёмно, то, что вообще я какого хрена должна кого-то добиваться. Я иду такая, я говорю, а я тебе нравлюсь? Он такой, нет, я говорю, я такая поржала, говорю, типа, а почему? Он такой, типа, ну, такая домашняя, такая тепличная, поняла, ла-ла-ла. Я такая, ну, понятно, такая.
Ага, я такая, ну понятно. И после этого я сказала, типа, нахер мне он нужен, типа, еще мне бегать. Я помню, вот так вот лежу, типа, на диване, так лежу, и бес такой идет, и рядом пацан сидит, говорит, нормально, говорит, ты его добиваться приехала, типа, я лежу, мне похер, а Лена там бегает, что мне сделать, я это сделаю. А помню, еще мне говорят, Ряска, знаешь, она мне говорит, типа, станцуй за него восточный танец, сейчас он придет. С Миленой, говорит, со свиданием, они сейчас придут, блядь, а ты танцуй для него танец. Я такая, ну да, в принципе, плохо, сейчас танцую. Пошла, одела костюм, поняла, такая, стою, и такая начинает думать, блядь, вот он сейчас придет со свидания с Миленой. Он приходит с ней, значит, а я перед ним танцую, схуяли, типа, он с тёлкой приходит, я с ним танцую, я стою и думаю, сейчас, сука, это сейчас так покажет по экрану, меня какой-то ебанутый высыпет, я его снимаю, короче, говорю, все, я не буду танцевать, что я передумала. Мне говорят, снимай, я говорю, я, ну, типа, танцую, я говорю, да не буду, начинаю уже плакать, говорю, вы не охуели, говорю, с чего это я должна? И они такие, ну, ладно, типа, и тут Бизнес приходит со свидания, и ему рассказывают, вот, Ляна, тебе должна была станцевать, если там хочет, ты не станцевала, я говорю, а что я тебе должна танцевать? Я говорю, схерали вообще, а Миля такая довольна. Так классно было. Я помню, ей помогала даже. Она говорит, мне надо ему что-то приготовить, а я готовить не умею. Я говорю, пойдем, я умею. Научила ее готовить, когда там рис мы делали, что-то с курицей, не помню. ПП блюдо. И я ей помогла, она сделала, и она вот перед ним шавка бегала. Это было так стрёмно, прям мерзко, поняла? Ну, блядь. И она сейчас с ним вот вместе. Нахуй оно надо, блядь. Вот я бы сейчас там осталась, я бы точно так же могла. Тем более мне говорила, блин, и вот Ксюша, и, блядь, все мне говорили, оставайся, это твое, ты должна раскрыться, ты просто не раскрылась. Все хотят сначала уйти, говорят, мы им помогаем, типа, остаться. Ну и в итоге я говорю, нет, я уйду. Мне говорят, ты потом пожалеешь. Я говорю, нет, я не пожалею. Я ушла, блин, я не пожалела, блядь. Я говорю, я если ухожу что-то, если я делаю, то я знаю, что я делаю. Многие уходят, пожалеют. Я не пожалела. Если бы я туда вернулась, максимум 2 дня, не больше. Ну что, я там сдохнуть можно. Я сейчас смотрю на них всех с экрана, думаю, прикольно, да. Ну, когда я там была, я думала, нет, вот так сижу прям. Все. И вот, кстати, вот то, что я говорила с ребятами, вот месяц, то, что я жила, я их всех узнала. Ну вот я тебе могу даже, вот близняшек, знаешь, Кристину и Машу, нет? С трактористом очень хорошо общаемся. Ну, потому что он такой простой. Я выучила всех, кто там был по гороскопу, потому что, блядь, там делать нечего. Ряска, Водолей, прям. Я могу всех трактористов, Скорпионы. Милена, Водолей. Безус, Рыба. Парень? Да. Он охеренный, да. Да, Купер, да. Вот именно они вдвоем, да, они классные ребята. Ну, я один раз с Капоклы поругалась, потому что, короче, он на Милену, короче, Милене сказал, на конкурс был, короче, и не фирма, он мне сказал, заткни свой ебало, ебанашка, понял, так сказал. А мне вот это вот, когда так говорят, мне аж противно так, я думаю, блядь, я такая стою, Милену жалко, она пошла плакать, я такая стою, Милена ноет, уже потом все прошло, короче, опять не фирма, я сижу под грибком. Я такая говорю, Ром, говорю, давай поговорим, он такой, давай. И Милетка сидит. А Милена ничего не может сказать, понимаешь? Тебе же заткнули, блин, свои языки. Я такая, зачем ты, говорю, Милену назвала ебанашку? Он такой, потому что она сказала, типа, не в попад. Я говорю, ну и что, говорю, зачем так говорить? Ну, короче, начинаю с ним разговаривать, и он перед ней извинился. Такая же херня была. Ну, кстати, потом даже нефильно с ним общались тоже. Он вообще классный, правило? Он умный, но ему мало лет, ему лет 19, правило? Малой, или 20 уже. А этот как его? Ну, он молодец вообще, честно говоря, для своего возраста все в шоке с него, он реально красавчик. А еще я помню, на конкурсе, короче, было, мне никогда никто не говорил, типа, заткнись там, я не знаю, или еще что-то, потому что я все правила вообще не нарушала на Доме 2, правила, там, правила нарушаешь, там, с острова уйдешь, или в параллель скажешь, или еще что-то, и, типа, тебе могут сказать, да, вот, Ефременко, знаешь, как она всем хуесосит? Вот так вот, блин. А сейчас мы все... Заткнись, он нахуй ебала, тварь ебаная! Вот так прям. И все вот так сидят, поняла? Да, конечно, ты че? Идиот. Мерзко. И она вот так вот говорит, я сижу, думаю, блядь, не дай бог мне так скажет, блядь. Я не знаю, что я сделаю, подойду или еще не буду. Я такая сижу, лучше я не буду лишнее что-то говорить. В принципе, они не тоже на нервах, потому что время как бы идет, а работать надо быстрее съебаться, как бы это все тяжело. И я сижу правильно, не нарушаю, даже редакторы говорят, вот посмотрите на Ляну, вот всех собрали, когда коллектив. Говорят, посмотрите, блядь, человек, понятное дело, нихуя не делает, эфир не делает, ничего не делает, ни 100 правила не нарушает, блядь. Вот почему вы типа так же не делаете? И тут на конкурсе мы стоим, кто-то мне что-то сказал, я ржу,
я, значит, дружу, и когда я уже смеялась, я первый смеялась, а кто-то начал говорить, и я не успела перестать смеяться, и получилось так, что я в параллели засмеялась. И мне Ебаров такой говорит, заткни свое ебало, если сестра, поняла, пожалуйста. Я стою такая, поворачиваюсь, и такая, первый раз мне так сказали, блядь, спустя, я не знаю, блядь, сколько там, 3 недели. Я такая стою, молчу, думаю, ах ты сука, я ничего не могу ответить, потому что редакторы, съемка, все стоят. Я думаю, сейчас начну ругаться, но как бы зачем я сейчас буду опять тратить время, редакторов жалко, да, они работают, но им надо быстрее закончить и пойти уже отдыхать. И я стою такая, думаю, ну, сука, и у меня в голове план, что ему, может, чайчик подсыпать, блядь, может, его как-то, блядь, уебать подойти. И стою такая, сука, злюсь, и хожу, и такая, ну, в себе это держу, 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 и потом уже отпустила меня, он что-то за стол со мной садится, и он что-то мне спрашивает, я говорю, я с ним не разговариваю. Он такой, типа, не заметил, потом опять что-то мне говорит, я говорю, я с тобой не разговариваю. Почему? Начинаю спрашивать, я говорю, а нахер ты мне говоришь, ебало закрой. Это было там уже 2 дня назад, поняла? Он такой, когда? Я говорю, на конкурсе. Он такой, а, ну потому что нельзя говорить в параллель. Я говорю, во-первых, я говорю, сначала начала смеяться, потом в параллель начали говорить. Это во-первых. Во-вторых, я говорю, первый раз вообще за это время получилось так, что типа я засмеялась, и то говорю, я не специально это делала. Во-вторых, говорю, если ты мне говоришь, в-третьих, то, что ты мне говоришь, записывай ебало, говорю, я тебе должна, что он на это ответил? Пошел ты нахуй, пидорас, вот так прям ему говорю. То есть мы должны с тобой на матах, говорю, разговаривать, тебе так комфортно, говорю, тогда иди нахуй. Он такой, если ты мне так скажешь, то ты, говорит, поплывешь отсюда типа. Я говорю, я отсюда поплыву, говорю, без тебя, говорю, с радостью. Тогда ты, говорит, останешься, говорит, здесь. Я говорю, рот свой закрой, говорю, ты что, ебанутый, говорю, ты не можешь, говорю, типа, извиниться, говорю, извиняйся, говорю. Я сижу, он такой, за что, такой сидит, начинает, я говорю, да ты охуел, говорю, что за, в смысле, заткнись, ебанашка, говорю, ты что за, говорю, стиль общения, ты ебанутый вообще, говорю, я тебе, говорю, так же буду отвечать, если тебе так нравится, получается, тебе так нравится, нет, чтобы нормально попросить, он говорит, если я буду каждого нормально попросить, я говорю, при чем тут каждый, говорю, я, блядь, не хочу по всех, говорю, не надо обобщать, говорю, я нормально себя вела, ты не имеешь права, он такой, потом в конце подходит, мне жмет руку, говорит, ладно, говорит, извини, говорит, я просто тебя выводил на эмоции. Я говорю, на какие, блядь, эмоции, это не эфирно было. Ну, ты вообще тут ничего не делаешь, говорит, типа, я тебе на... Это их отмазка, я тебя на эмоции выводил. Рязко, возьмите рязко. Просто я как это поняла. Милена также сказала. Я помню, что Милена рассказала, как мы с ней поругались. И рязко мне тоже. Что-то мы... Она пиздец. Мне... Мы с ней сидели на... возле океана, тоже не эфирно, и она мне рассказывала про свою жизнь, поняла, рассказывала, как она со своим... У нее муж какой 56 лет, а ей 30 лет, и она, он старше там на 25 лет, и она типа рассказывала, как она в нее влюблена, мне все рассказывала, свою жизнь, плачет, сидит, поняла, ну как бы я ее поддерживаю, там ла-ла-ла. И тут, короче, что-то Милена что-то делала, я говорю, а где Милена? Такая, не твое дело, что-то мне такое сказала, да заткнись, не твое дело, поняла? И я как опять взорвалась, я говорю, да ты не охуела, начинаю говорить, ты чего, блядь, говорю, и что-то вот начинаю с ней спорить, она говорит, я так не говорила, я говорю, вот Африка сидит, говорю, давай спросим, говорила ты так или не, давай спросим, Марин, ты так говорила? А она так говорила, она такая, ну да, ты так сказала, поняла? Я такая, поворачиваюсь, ты ебанутая, говорю, ты что, говорю, мне тут камеры, миллион камер, говорю, ты можешь говорить, что я что-то не говорила? Я тебя на эмоции выводила сразу, значит, когда вот уже понимают, что они неправы, поняла? И они просто беспардон, им похуй, они говорят, знаешь, как будто не следят за своими речью, типа, ко всем относятся одинаково. И я их вот так вот, как 3 человека я на место поставила, но я на эмоции тебя выводила, блядь, ебанутые какие-то, вот что, не люди, я никому, нет, если нету причины, я даже вот, девчонка вот эта вот, блядь, переспала там с кем-то, я это знала одна, поняла, короче, мне говорят, типа, Лян, скажи, вот, налобно мне говорят, Лян, ну скажи, я говорю, я не буду говорить, нахуй мне обижать человека, он мне ничего плохого не делал, поняла, а им, вот, да. Рапунцель реально такая, но она не мнение о себе, поняла? Как бы она такая сидит, я помню, доказывает что-то, ко мне тоже поворачивается. Я так не делала, я стою, мне жалко, я такая, нет. Она такая, она как бы уже привыкла, что камеры просто, это уже у нее идет, как она есть, поняла? Ей похуй на все, вот то, что творится, она думает, что это просто ее жизнь, она живет с ребенком, с мужем, и она просто, ну, хочет отстоять свое мнение, поняла? И она, я клянусь, у нее уже слезы, блядь, ей не верят, и мне жалко, поняла, она доказывает, а ее реально переворачивают как-то, либо нет, либо просто она ебанутая. Но ее так жалко, просто она уже с ума сходит.
Но она так, мама у нее нормальная такая, адекватная такая, но она уже старая. Слушай, а Йосю, Йосю, и, да, у них реально прям любовь, да, да. У них реально прям любовь, и на самом деле Черно адекватно, а Йосю долбоёб. Показываю же наоборот, да, а на самом деле Черно вот такая вот на самом деле. Хоть я ее не видела, но я весь коллектив слышу, то, что все отзываются о Черно, говорят, она реально классная. Но они не будут пиздеть, они все вот как говорят, что-то есть, то так и есть. И они говорят, да, она классная, а Йоси какой-то дебил, какой-то странный. И тут я с ними как бы их видела только через телек, поняла, как бы. Ну, когда у нас лопнули, мы садимся, нам так вот телек ставят, и мы видим, что творится в Москве, поняла, в эту же секунду. И мы смотрим, и вот это вот... И Черно нормально общается, она всегда говорит правду, поняла? Да, бывает уёбищная правда, бывает она так мерзко скажет что-то, но это правда. А Йоси как даун, как дебилоид такой ходит, поняла? Ну, хвостиком. И то, Черно сначала уже была, ну, как я знала, а Йоси, типа, к ней пришел специально и добился ее. Ну, вот, и они реально вместе, да. Ты когда, допустим, приходишь, да, в коллективе, да, 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 на самом деле очень, вот я пришла, приехала на поляну, вот эти 4 дня, то, что я там была, было очень тяжело, потому что они вообще не хотят с тобой разговаривать, ты садишься, хочешь завести диалог, как бы интересно же, они так вот о своем, потому что они уже знают тему, а ты не знаешь, и они думают, ну, блядь, им неинтересно разговаривать, и, а я, дум, два, никогда до этого не смотрела, я вообще не знаю, что там творится, я не понимаю, о чем они говорят, просто, и я не понимаю, о чем они говорят, типа, и мне неинтересно даже, вот они говорят, вот, типа, там, этот пошел с ним общаться, они там что-то ла-ла-ла, а мне это неинтересно, но я хочу понять, в чем суть, и в то же время не хочу, поняла, мне бесит это. И они себя вот так вот ведут. Потом ты начинаешь знакомиться с этим, с этим, с этим. Вроде знакомишься, начинаешь уже нормально общаться. Вот я с Дизо там мальчик был, ну ты его, наверное, не помнишь, он в Бузове пришел, в Дизо Зоре. Я с ним до сих пор общаюсь. И значит, я с ним, короче, надружила, мы ходим с Дизо, как бы там Кристина была девчонка, с Галей. Ну, Галей я полностью весь дом 2, если я была. Мы с ним вместе на Сейшелы поехали, она к трактористу приходила. Вот, я до сих пор общаюсь. Ну вот, и мы полностью все, с ней вот все это время были. От и до, она весь и со мной ушла. Она за мной, она просто из-за того, что я хотела домой, она как будто со мной повторяла. Я говорю, блин, Галь, ну останься. Говорю, посмотри, как прикольно, ты, тебе нравится. Я же вижу, нет, я уеду, ты хочешь домой, я тоже хочу, поняла? Я такая, ну, как хочешь. И, короче... Что я говорила? Да, они не разговаривают, и тут вот 4, за эти 4 дня я уже более-менее познакомилась там с ними, поняла, уже общаюсь, там, мне уже прически там делают, поняла, я сижу, мне Дизо прическу, Кристина мне делает, я такая сижу, ну все как бы уже комфортно, и тут мне говорят, на Сейшелы, хорошо, еду на Сейшелы, опять новый коллектив, опять заново вот это вот все знакомиться, я приезжаю все опять, ну там уже на самом деле вот, поляна говно собачье, потому что там все такие конченые, поняла? А на поляне там все подобрее намного, вот на 50% там все редакторы, котики, просыпаемся на поляне. Стоям, какого хрена вы спите, поняла? Вот так вот. А на поляне все потому что, ой, а на острове все хорошо, потому что остров, все боятся, блядь. Хер пойми где, блядь. На океане, блядь, находишься, понятное дело, к тебе будет лучше относиться. И люди там, нам, там такой у нас коллектив, на самом деле. Вот когда я приехала, там такой хороший коллектив был. Вот я со всеми общалась, абсолютно. Потом где-то через недельку заезд новых ребят с поляны, выебистых. Они приехали, начинают уже выебываться. Я, когда оттуда уехала, там абсолютно уже другой коллектив был. Настя Гиндальцева была ебанутая вообще. Она такая понтливая, понтов дохуя, а сама она ебанашка чистая. Да, я же говорю, вот, я же про это говорила. Сама такая мерзкая, я с ней вообще не общалась. Вообще вот. Общалась я вот со всеми, кто был на поляне, вот когда я приехала, и я до сих пор с ним общаюсь. Вот Безус уйдет с проекта, мы с ним увидимся по-любому. Шароваром я увижу, с трактористом я увижу. С Миленой не знаю, но с Эстонии, если приедет, обязательно. Потому что мы все сдружились за месяц, как бы ты с ними общаешься. Даже с Африкой хорошо, мы прям гуляли с ней, поэтому... Это тоже приятно. Она милая такая, да, она хорошая, она там уже давно, она когда туда пришла, ее гнобили за ее милость, поняла, но она там осталась, она прям сильно вот такая, выделяется, поэтому ее оставили. Я не сильно вот такая, ну и не сильно вот такая, ну типа средний чок, зачем мне там, поняла?
Да, она со всеми, она даже с редакторами спала. Сосалась там с редакторами, да. Я знаю, Саша, мне мальчик понравился, редактор один понравился. Мне тоже понравился, но я даже не сказала ему это, блин. Это знал только тракторист, я ему сказала, и он ходил потом, меня подъёбывал, поняла. И там Саша сказал, что я говорю, да заткнись, да мне пофиг. Ну, понравился больше всех, типа, потому что, ну, мой вкус, типа, остальным мне не нравится. А она с ним, блядь, мне потом сказали, она с ним, говорит, спала, говорит, ты знаешь, это заебись. А она реально такая, да. Ну как в жизни, блин, просто ты с ними не сталкиваешься, тебе, как бы они есть, ты знаешь, да, но ты с ними не общаешься, там приходится общаться, да, и там все всплывает, все, что ты не сделаешь, там все всплывет просто. Да.